у людей в интернете крайне маленькая устойчивость внимания, примерно как у золотой рыбки. Поэтому вам нужно упаковать вашу информацию в такие части, которые она сможет проглатывать маленькими кусочками и при этом уходить, значит, с пониманием того, что это сейчас было. Поэтому первое, что вы должны делать, когда вы пишете любой текст, это структура. Вот, пожалуйста, структура, которую мы использовали для оформления нашего проекта на планете. Я просто прошлась, естественно, прежде чем его писать, посмотреть всякие успешные похожие проекты, как вообще это люди делают. Мне было интересно, всегда делаю ресерч перед тем, как что-либо осваивать, какую-то новую для себя территорию. И далеко не всегда люди переходили к делу. То есть они могли рассказывать про свой творческий путь, а внизу, наконец-то, ты там еще доматываешь до конца ленты, ты узнаешь о том, что же они все-таки сейчас снимают или пытаются произвести. Нет, будьте кратки, обозначайте все заголовками, чтобы человек, даже просто прокручивая эту ленту на скорости, он сразу бы нашел то, что ему нужно, и он понял из пары слов, надо ему оставаться здесь и заносить денег или не надо. Суть вашего проекта, кто вы такие, что вы снимаете, зачем вы собираете деньги. Это, собственно, важная часть, чтобы люди поняли, что вы не тратите их на какие-то абстрактные вещи, а совершенно конкретные. Чем больше вы подробностей напишете, тем интереснее. Ну и, кроме того, складывается впечатление, что вы понимаете все-таки, что вы делаете. А дальше в конце вы можете уже разместить какую-то дополнительную информацию о себе, не знаю, там, лирические семейные фото, ваше портфолио, что вы уже сделали и так далее. Слово «деньги». Многие его боятся, я сама, собственно, испытывала этот синдром на себе. Бояться его не надо, и всегда надо говорить прямым текстом. Не поддержите наш проект, а поддержите наш проект деньгами. Это правда, потому что, чтобы поддержать, я могу подойти и обнять кого-нибудь из вас. Я вас только что поддержала, а вам нужно от меня совсем другое.